Керчи прошло торжественное открытие фестиваля конкурса детского творчества «Керченские каникулы 2014». На площади у школы искусств имени Романа Сердюка для керчан и гостей города был устроен праздничный концерт. В этом году фестиваль открылся во второй раз. Его организаторы, а также руководство городского управления культуры надеются, что в следующем году фестиваль выйдет на международный уровень. Естественно, я рад, что первые наши керченские каникулы прошли на должном уровне. И я надеюсь, что и сейчас пройдут еще более на высококачественном и хорошем уровне, профессиональном. Это наша задача, чтобы наши ребята стремились к высокому профессионализму. Участникам фестиваля будет предложена обширная программа, включающая познавательные экскурсии по музейным объектам и городским достопримечательностям. Юные таланты уже успели побывать в керченском лапидарии и ознакомиться с историческими богатствами Керчи. Мы сегодня первый день рисовали в лапидарии. Там очень красивые стеллы надгробные. А сейчас прошла торжественная часть мероприятия. Как вам? Дети очень талантливые. Мне понравилось, как поют коллективы, как танцуют девочки с зонтиками. Все так ярко, интересно. Думаю, все еще впереди. Нравилось, как малыши танцуют. Впереди участников фестиваля ожидают несколько конкурсных дней.